Так, всем привет! Сегодня сходил на почту, получил я такую посылочку. В этой посылке должно быть два камушка мусат. Давайте начнем распаковку, посмотрим, что нам сегодня пришло. Так, заказывают посылку с Америки. Каждый камушек, по-моему, обошелся в районе $9. Вот такие два камушка. Так, что у нас еще есть? У нас в пакете есть только таблица с заказами. Да, вот он. Два камушка ланские. Стоимость здесь не указана. Так, эти камушки служат для уже доводки ножей, заточенных ножей. Придают они более лучшую остроту. Также вторая посылка с данными камушками. Можно использовать как брелок. Так, здесь задняя часть снимается, да? И вот это вот тоже верхушечка снимается. Камушек без повреждений. Вот такой вот камушек. Ну и также давайте вторую тоже посмотрим. Тоже камушек без повреждений. Также вот эти пятачки, но здесь более ровно отрезано. А здесь у нас... ну также вот отрезан такой пятачок. Что сказать, то есть эти концы сделаны из мягкой резины, то есть как мы видим, если я вот их роняю, вот даже так надпружинивает, то есть маловероятность есть на то, что если они упадут, камушек разобьется, да? Ну, вот такая вот посылочка. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч.